праздничных мероприятиях никогда не бывали! Ведите себя нормально! Гутен морген, я тебя люблю! Откуда звук? Свои любовные дела держите при себе! Мне это не интересно! Гутен морген, ты бог музыки! Да не слышит он вас! Блин, когда уже концерт начнется? Не знаю. Ждем сигнала сверху. Поскорее бы! Гутен морген! 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 Как же они жалко выглядят с моих высот. А что? Не всем дано родиться гениями. Запускайте! Гутен морген! Гутен морген! Сигнал! Так! Только ведите себя! Прилично! Дикари! Пожалуйста, присядьте пока. Думаю, Кирилл, то есть Гутен морген, выйдет не скоро еще. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Говорю же, нужно было в олимпийском концерт устраивать. Уймитесь! Вот это главное лицо в индустрии. Прямо сейчас. Слышите? Мои ублюдки. Ну, пожалуйста, тише! Ирина Анатольевна, ну где вы? Лиля Валерьевна, мы здесь! Ну, наконец-то! Я уже нервничать начала. Вы чего опаздываете? Я же места нам заняла. Мамуль, это я виновата. У меня кроссовок порвался. Пришлось домой возвращаться. Что? Да эти кроссовки стоят... Лилия как... Валерьевна, давайте вы потом это обсудите. Места наши займут. Ладно. Пойдемте. Нам туда. А поближе мест не было, что ли? Мы как бы вип-персоны здесь. Нет, не нашлось. Ой, ноги, извините. Аккуратнее. Эй, тетя Рещи. Какая тебе тетя? Никакого уважения к старшим. Не отсвечивай, чего приперлась сюда? Захотела и приперлась. Рот закрой! Ирина Анатольевна, не обращайте внимания. Может, выйдем, а? За углом побазарим. Что, уже не такой смелый, да? Ирина Анатольевна, да сядьте вы уже! Эта школа ни к чему. Ты видишь цепь? Видишь, Гуччи? Видишь, как я могу? Господи, это гениально. Это новая ступень эволюции в музыке. Такой работы с эрбэками не найти нигде. Я завидую сам себе. Я готов. Лучше одна песня, но хорошая, чем 18 плохих. Это разводняк, он нас обманул. Ну зачем же так резко?
Кажется, у нашего Кирилла серьезные проблемы. О, да, очень серьезные. Неблагодарные простолюдины! Я единственный, кто развивает нашу музыкальную индустрию! Обманщик! 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 Предлагаю его наказать! Подвешение! Ой, это уже не шутки! У нас проблемы. Дави на газ. Они же его порвут на мелкие кусочки. А я говорила, что надо в афишах писать, что концерт на одну песню. А вы? Мы так билеты не продадим. Маш, давай будем честными. Мы бы реально билеты не продали. Девочки, сейчас не о билетах речь. Надо Кирилла спасать. Согласна. Вот только где нам его искать? Не домой же он поехал с таким хвостом фанатов. Точно в школу рванул. Мне тоже так кажется. Ну так что тогда? Едем в школу? Ага. Окей. Тогда по коням. То есть машину. Я недалеко там припарковалась. Мы никуда не уйдем! Мы тут ночевать будем, ну а достанем тебя! Народ, а зачем усложнять? Давайте тупо дверь выбьем! Точно, давайте! Выходи! Мамочки, как же нам их обойти? Смотрите, там балкон есть! Выходи, выходи, выходи! Какой ужас! Они уже через балкон лезут! Нужно срочно спасать Кирилла! Да, вот только как нам пройти через всю эту толпу? Позвольте мне! Эй, фанаты! Лилия Валерьевна, вы что творите? Вы зачем привлекаете внимание? Они же нас порвут! Молчать! Гутен Моргена здесь нет! Он забежал в соседний дом, вон в тот! Ну вот и все, вперед! Где он? Может, он уже ушел отсюда? Вряд ли. Они бы его не упустили. Тоже верно. О, может, он в классе? Здесь никого нет. Идемте дальше. Не поняла. Вот и он. Вы одни? В смысле, без хвоста? Они ушли? Ушли, ушли. Не бойся. А кто тут боится? Я вообще ничего и никого не боюсь. Я бесстрашный гений. Да? А чё ж ты тогда убежал? Потому что они накинулись на меня. Ни с того, ни с сего. Придурки. Ну, вообще-то... Если быть честными, их недовольство было вполне оправдано. Зачем звать людей на концерт, когда у тебя в репертуаре всего лишь одна песня? Не песня, а хит. Малышка, ты хоть знаешь, почему они записывали новые треки? Нет, не потому что не могу. Я просто даю шанс другим. Я хочу, чтобы кто-то из артистов, рэперов догнал блогера-клоуна. Что?
Что-то мне как-то перехотелось его спасать. Мне тоже. Бабоньки, ну так что мы стоим? Валим отсюда. Ой, ну идите. Тоже мне. А вы что, выупились? Правильно, уходите! Все покиньте помещение! Ой, Лиля Валерьевна, по-моему, нашего мальчика понесло куда-то не туда. Лилия Валерьевна, Ирина Анатольевна, быстро идите сюда. Девочки, что случилось? Ничего, мы просто решили получить Кирилла. Каким образом? Готово, прячемся. Кирилл! Что надо?